Юху! Всем привет! Я тут Артём. Вот вы теперь нас собираешь ченел опять будет. Dead Island. Правосудие сегодня мы будем делать. Уже сколько правосудия задания, так. Берем сюда стрелку и уже мешаем. Так. Последний такой человек, который отправил страну. Похоронить мертвых на кладбище. Ранее человек мертвых похоронил. Это очень важное дело для церкви. Мы надо и гентарку, кувалду КБМ. Тут где награда? Что же награда не показана? Странно. Даже было написано, какое оружие тут дадут награду. Сейчас что-то не показано почему-то. Странно. За это активно. Так, что у нас тут лежит. Ладно, пошли проверим наш ножик за равно, который предыдущий выпуск сделал. Он вообще импа настоящий. Взрывает всех, кто находится рядом. Я меня кинул в одного зомби. Взорвался он. Территория рядом стоит тоже взрывается. И при этом нож не ломается. Будет, конечно, кидать можно. Мы если не потеряю его. Так. Я пока бочку возьму. Громилу подарил ее. Потом уже учим ночи. Подкуда мог их. Тихо. Тихо. Во, иди. Где нож? Фух, я думал, что потерял его, подумал сейчас. Капец. Фух. Вот поэтому я не буду бросать оружие. Тут баги бывают такие, что может исчезнут оружие, и сквозь зиму провалиться за это. Фух, испугался как. Ладно. Короче, види, козырвая стоит, снова броскаю все. Он даже не сломался. Совсем не сломался. Даже на сантиметр не сломался там. Меня бедвинулись. Так. Ладно. Тихо. Сейчас получите. А тихо ты. Тихо, гадзи. На тебя. Так. Нам сейчас вас подарку двоих. А, класс. Это тоже. Классная вещь, бумеранг. Нормальный мужик, нормально стоит. Блин, класс, как взрывается. Смотрите. Где нож? Возьми нож обратно. Так куда ты не то взял? Ай, блин. Так, нормально. Во-во-во, какая толпа. А же это не взрывается. Вдвоем нужно взрываться. Значит, он далеко стоял, что ли? Он гомет уже взрывается, может. А, нет, не взрывается он больше. Будто от его... Смотрите, какой урон наносит. Нож, нормальный урон. На, рычи. Рычи, сказал тебе. И бушку дать. На посылках ему. Так, класс. Так, ладно. Уж какой нож классный, чуть проверим, я помню вот его. Что нам дальше навык качать? Это слишком... Он прокачанный навык. Да блин, ну что там? Косой какой-то ловит, с паром сидит. Так. Только не кидай это, не кидай. Так как ты, блин? Как ты кувыркнулся, лоб? Ладно, надо ярость убью просто. Пока ярость у нас куча. Вот так, X4. Я с кучей опыта зовут, давайте. Сколько будет опыта показывать. Так. 6000 опыта, нормально. Как обычно дают Данитика задание. Так, где тело его? Так, стоп. А, вот. Ничего нету в нем. Ну все, это все. Все обыскаю тут, посмотри. Можно идти, так. Ну да, тут лучше ничего нету. Ну вот этот сарайчик небольшой стоит. У него ничего нету. Даже можно так ковать зависть. А, нет. Ладно. Похоронить, ну-ка попить.
Только там мало цитаты остались. Такое приключение опасное. Сейчас будет еще более опасное приключение. Участки по рецискам. Давайте, давайте не бить. Тут так, бабка, давай не Клауду свою. Да, Мич. Очень хорошо. Вы совершили праведный поступок. Ну так, о-хо-хо. Не дурон так себе что-то там. Блин. Это слабая Клауда что-то. Не знаю, стоит ли там использовать Клауду. Давайте проверим ее. Как он урон наносит. Так, починим так заодно. Ой, блин, денег нет. Так, куда он подойдет к Клауде Кэтч? Хренок. Нет, что здесь еще не подходит. Вот такое задание появилось, смотрите, задание наверху. Так что мы за задание залетим. А, лопат. Много трупов. Посмотрите на них, они начинают разлагаться. Их нужно закопать, но голыми руками столько трупов не закопаешь. Почему нет? Принесите мне лопату, и я сделаю то, что нужно. Он потом уже найти там в джунглях, где их. Трупы уже заражены паразитами. Надо обычную лопату. Совка в это не подойдет никак. И металлическая тоже. Так, стоит ее использовать. Так, что у нас заброшенный дом обкрест. Площадь. Только не особо задерживайся, ладно? Так, давай затанем, давай. Во, появилось. Мы отправили нашего друга Билла в полицейский участок, чтобы он нашел там что-нибудь, что позволило бы нам убраться с этого проклятого острова. Билл пока не вернулся, и мы беспокоимся, не случилось ли с ним чего. Вы не поищете его. То, что он искал, может и вам здорово пригодиться. Да. Можешь на меня положиться. Хорошо. Вам лучше поскорее туда отправиться. Так, там далековато будет, да? 96 метров. Нет. Вроде близко. Пошли тогда. Отсюда. Тут на карту посмотрим там. Действительно, и рядом. Не, что-то... Мне уже с церкви тогда уж переместиться. 200, то есть 300 метров. Только ведь. Не особо задерживайся, ладно? Нет, нет, я так не хочу. Давайте обратно. Обратно в церковь переместимся. Тут же побежим туда. Так, хорошо. Побежаем. Заодно мы откроем. Вот тут поближе 200 метров все выше. Нормально. Здесь сколько выносливость качал, я могу сколько много ее ставлю. Ну, гораздо больше, чем с самого начала игры. Сейчас магазин будет. Пожалуйста, не убивай меня. Не убивай, психопат. Там стой еще. Ай, блин, ненавижу этих психов. Да я тебя убью просто, надоел уже. Да, блин, беги уже. Вроде нормально. Вроде нормально. Но ему он очень дорогой будет. Так это и легендарка, потому что. Да, да, это легендарка это сейчас у меня в руках. Квота КБ. Легендарный молот. Квота легендарная, то есть. Вы уже гранату купить было. У меня денег, как назвал, нету. Гранаты очень классные здесь. Лет 4 еще вон. Может продать что-нибудь. Мачете. Дубинку не знаю, стоит ли продавать. Уже на палочке модно не стоит. Хотя... пока подожду, я пока не буду этого делать. Так. Так, уже на палочке он поставит, стоит. О, можно поставить. А, давайте пробуем, давай, пробуем. Ставим. Проверяем молот. Может загодится он как оружие. Как хорошее оружие. Загодится он. Как ты заезд, сюда? Сволочь, как ты заезд.
Нормально, с каждого удара током бьют. С первого раза ток. Ну что, вроде нормально получилось. Надо еще проверить немного. Ой, блин, да. Сколько вас тут? И там соди в огне стоит. Вот так, рыгай давай. Проверяем молот наш. Не знаю, что там. Это собака. Это без какая-то собака что-то. Я же не знаю. Это сама бима вот подойдет. А дорога даже. О, бита. Тубина, то есть крепкая тубина. Но... О, он вроде нормальный, но... Не знаю. Может, дубинку полицейскую уже использовать. Блин, это как будто колода какая-то, не знаю. А, давайте уже дубинку возьмем. Это слабая совсем. Вот так, пусть. Я подойти и стану немного. Да, скоро лапа убьет. Да, у меня же нож все равно есть, могу подработать кого угодно. Ну и слабых зомби кого угодно. Так бы, что не взрывается? Что это? Что это такое? Это... А, что с ними случилось? Почему они белые? Если в каких-то числах? Не понял. Что такое? Что за баг такой? Это за моего ножа, что ли? Странно очень. Вот тут открыто уже. Так косой. Когда кидаешь его? Тебе это понравится, урок! Что за дерьмо? Что они такими? Что за баги происходят? Чё? И что хуй напирается сверху? Эти бегают, все чисто. Странно. Неплохо. Что-то непонятно происходит здесь. Почему этот навык не работает, смотрите. Урон же находисты, то есть носисты. Те, которые при этом стоят к врагам. Может, не наносисты. Понятно почему. Ну что, далеко стоят только друга, может. О, давайте проверим на этих, пока толпа у нас тут большая. Сюда идите, куда пошел, блин? Куда пошел? Сюда иди. Да, блин. Во, во, смотри, сработало вот сейчас. Все, толпа взорвалась. Блин, почему не бреет? Почему так? Что вообще непонятно тут. О, привет. Билл мертв. О, боже. Слушай, ты должен помочь нам. Он искал данные о частотах аварийной радиосвязи. Они есть в компьютере в офисе шефа полиции. С их помощью мы могли бы связаться с внешним миром. Сон живой. Вот, смотрите. Билл живой. Видите, моргает он там.
Почем он мертв? Где Камилу забрать пока можно? Чем он забоит ему? Надо топору тупо бить. Лучше бич. Бей мощнее вам. По центурии по башке. Вот так. Хорошо, красавица. Вот еще раз обычно те шкафы. Очень классные вещи появляются в этой комнате. Максимально классные вещи. А, там раз нельзя открыть его. Во как. Нельзя. Да уж. Давай толпу сыграем. Ха-ха, класс. А где нож? А, у меня в руках, я еще не заметил. Не заметил, что кусты, блин. Что за херня такая желтая? Это его голова, что это пейчи, что ли, нарисованы или что? Наверное, на бронях такая нарисована, что ли. Что вообще за баг такой странный? Когда такого бага не было никогда, вообще никогда. Думал, вообще взялся. Капец. Ой, блин, не знаю, не надо, пожалуйста, зашел сюда. Кусай опять. А больше сразу туда давать. Я уже выходил, уже обыскивал, все, собрал уже. Тихо ты. Шкапат, дадим. Может, стоит повторить? Да, стоит. Ну, давайте попьем быстрее. Ходил, ходил там, ходил тут, ходил и там. Ладно, еще уже побирал, как всегда. Ты раз это не интересно все убирать. А что там Громила делает? Стоп, а чё? Там никогда Громилы не было. Что там стоит? Там никогда Громилы не стоял, вообще никогда там не было в этой комнате. Странно. Может, какой-то баг там был, поэтому не было его раньше. Какого-то бага, может, кто я раньше был. Странно, что берет. Видишь, вот такой приобрез сверху понятно. Кто сохранит денег сегодня, там? Очень странно. Ну, нормально, не ник нашел. Давай, загружай его, блин. Перезагружай, но загружай все. А сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Вот там. Что-нибудь есть? Что закрыт там? А что тут закрыта дверь? Блин. Не понял. А что тут закрыто? Что давай сюда зайдем тогда? Да, я понял. Забыл взять там бумажку одну. Забыл совсем, блин. Ты что за одно задание есть? Там типа бумажку надо. Где-то на дверь открыть стоит. Так, сейчас. Сейчас, вот она, папка типа. Сейчас побежит кто-нибудь сюда. Бежи, не вставай, тварь! Да? А вот открылась дверь, да? Да блин, тихо! Ух, нормально. Сейчас патроны возьму, там чертеж патронов. Нормальная находка, смотрите. Так. Отлично. Оп, держи патронов. Боевику. О, сейчас что-то классное будет. А, тонов усиливаешь. Досада. Так. А, шестый. Выезжай уже отсюда подальше. Все, сделай, все собрай здесь. Можно выходить спокойно. Да? Так. Тихо, не палка, тихо.
А, классный топор какой, блин. Там мочить мачете говно по сравнению с топором с этим. Уши я буду мочить. Такие криты наносят огромные. Уважаю топоры. Так. Че бы на ему приделать мод Феникс? Вообще будет поджигать тех коса бешеная. И урон вообще безбашенный будет. А ты откуда здесь все забыл? Так, хорошо, ладно. Да, собственно, тебе просто должен быть там. В той комнате, я не камера стоял обычно. То есть это тебе порция был. Я комнате. То на стене висел всегда. О-о-о. Да бежу не жмёс-то. Блин. Жалко. Знаешь, я мог использовать её часть, не могу. Ладно. Пусть пешком до битве раз. Тут на точку загрузить хотя бы получится там. А пешком так пешком, пошли уже. Ай, ё-моё, какой гад. Ты один здесь? Убью того, товарищ. Вон деньги выкину себе. Ха. Так, я прыгну. Ладно. Давай, рычи, рычи, сказал. Так. Цени ту сторону где-то. Давай, рычи. Рычи, сказал. Так, ждем. Давай, тебе рычи. Хопа, промазал. Давай. Иди сюда, тварь. Все, пока. Нормально денег получил. Еще надо 1500. Ладно, поехали отсюда ты. Да когда же бежать придется отсюда? Подлечусь немного, пока тут стоим. Так, хилки рядом их место. Так могу гранаты купить пойти. Ну так уже не будет их. Не посмотрим. Проверим, ай, блин, зараженный. Палка у него, блин. Блин, не бей меня, палка. Так. Не слабо это, слабо. Так, так, так. Так что у нас есть. Все, гранат нет, то есть все, больше не будет их. На магазине. Сегодня. Значит. Так, тонфа не надо, мне кувалда, не легендарки нельзя подавать в любом случае. Это очень классная легендарка, но она слабая для моего уровня. Топор тут. То есть ты кувалда, ребята. Да сейчас у меня стукнет и все, я упаду сейчас. Ага, упал. То успею выносливость восстановить, пока я лежу. Удобно получается. Быстрее беги уже, Логан, беги, спасайся, пока будешь, Логан. На псих не знает покоя. Все, отстал. А, блин, тоже сюда бежит, он ночью. Ты вот с церковь не зайдешь там здесь. Да куда ты за мной бежишь? Отстань, псих. Все, там стой, там моя территория. Все, уходи. Ну да, я куда-то побежал за ночь. Проводил куда-то. Так. Задорант. Вот задорант. Может купить, но им пока не будем покупать. Я хочу сделать секретное оружие. Давай. Там место хоть есть у меня? Вот, есть. Так, какого там оружия у меня еще не было? Третий крафт это что? Ага, я ядовитый нож. Давай, еще не делаю. О, все, сделался сразу. Без багов, без чего-либо. Может, пригодится, блин. Пока его не использую, я пока не надо мне. Какого бы ему, да типа чиним сначала. Да ладно, что такое дорогое, починка дорогая. Хорошо, я вас понял. Так, сейчас, чувак, подожди. Тут дело важное есть. По какому дому? Только не особо задерживайся, ладно? Так, вот, давай на рядом. Жив. Значит, вот они. Поговорите с Ником. Он поймет, что у него за голосом? Может быть, нам все же пришлют эту проклятую помощь? А что такое голос, куда по радио говорит? Того раньше не было. Да уже какие баги пошли уже. Кто-то раньше даже не было.
Да, ваши баги какие непонятные вообще. Шукай ты в полицейском участке вообще что-то что тут мистическое. Хорошо, а? Вообще. Я уделаю, ничего не делаю. Уже дело в этом ноже. Вот в этом ноже что-то странное происходит, если ножу. Может, не только эти менты берет, может, и обычные зомби, давайте проверим тогда. Сходим куда-нибудь. Хорошо. Да. Дело сделано. И у меня еще одна просьба. Ох. Гордость. Это самое лучшее мудрое принесительного оружия, гордость. Какие-то вообще безбашенные будут. Мне нужно ружье. Я хочу убить подонка, который убил мою жену. За это я отдам вам все. Просто я должен это сделать. Вы со мной? Пошли. У моего соседа было ружье. Я думаю, оно все еще там. Я видел его полусожранный труп. Очевидно, он выбежал наружу, не взяв ружье с собой. Да уж, дурак какой-то. Тебе знаки живет этот тип. Чтобы идти с хуже, то по городу зомби пусть хуже ходить, вы найти его. Да уж. Ружьем. Нафига ружье ему? Может, мне какой-нибудь там контракт дать, чтобы я сам пошел убил его. А хотя нет. Сам хочет убить его. Ну ладно, как хочет. Любит рисковать, не будет рискует. Я тут не почему. Хуже он будет за ним бегать по городу по всему, искать дом его. Тут они там хрен знает, где им находится. Ладно. Да и задание что-то новогоднее задание. Пошли. Идем. Так, мне глубинку усилить. У меня же 5 штук уже и стильник. Осталось еще. А он не надо, не надо, пожалуйста. Спокойно, спокойно, спокойно. Все успел. Так. Заглянуть не помешает. Тут пока закрыто дверь, вот у меня надо открыть все подкрывать. Ой, блин, тут какой-то туман еще. Вот и сосед. Поэт сосед. Пока сосед. Да, тебя добил уже. Что-то не мучился. Все. О, что такое? Что это такое? А, тяжелая дубинка сегодня. Ну стоп. А, вроде неплохая дубинка. Но у меня лучше. Так. Нормально собираю тут всего. Понабираем. Да двигать я буду на баке ежат. Да уж. Такого никто не ожидал. Бусном баге найти детали двигателя. Хорошо все продумано. Хорошо в кавычках. Так, стоп. Может не с той стороны находится. Так. Его вверх, слабый, очень слабый. По сравнению с бестоитом моим. Ну а, блин, сейчас что-то будет. Сейчас такая толпа громадная, фонарей за мной, сейчас сраженных. А я гость не заезжен. Опасно здесь. Ташка, тихо, чё сюда не дойти только. Ташка, надо побежать. Ну и что у нас тут? О, вот и задохрант, класс. Могу бомбу сделать уже без неё. Еще бы из-за энты происходящих, просто и так хватает. Пока что мотор использую, хрень надо мне, наверное, сюда ранты и бомбы идти. Отлично. Спасибо. Судный день настал. Грешники заплатят за все. Судный день. О, коротко замыкание. Превосходно. Отличный мод. Вот тут задание. Так, земля пуха, лопату. Джунгер, это джунгер, тоже джунгер, это джунгер. Все в джунгах осталось только. Шо, все же тут там. Все, поехали уже. Жизнь нас ждет, не дождется уже. Закай не ждет нас.
Все, Джин. Там тебе ножик, давай, мужик какой-нибудь там. Так, ховал туда, стоп. Ты ничего почини на себе случишь. А мало ли что. Почини барахло наше. Так, значит, тубинку-то лучше. Так, а ну еще. Так, дубинка это дубинка, которая важна. Ладно. Так, где моя дубинка в этом? Так, 350, давай. Мне еще не было усилить ее. О, какая классная получилась. Шумная палочка с водом. X3 молния бьет. Да, забирай. Так, это потом положу. Так, Мингоин к себе оставил, это продать надо было. Попозже продам, давай, тогда. Все, поехали, Корвухт. Не одно доброе дело, глава 8. Поехали, Жень, поехали. Да тихо, придурок. Такое. Так, блин. Ладно, поехали отсюда уже. Нам пишут на скорости, давай, Хёга. Давай, разгоняйся. Начинаем разгонять с тобой. Как же светло тут. Я сижу в этой машине, всегда светло слишком. С одной стороны. Какие-то странные стекла тут. Очень странные какие-то. Поворачиваю. Тебя можно. Ой, блин. Куда я заехал? Жин, как? Все нормально. Что не с кожей? Какая-то кожа странная. Это... Это сыская кожа, фу. Что у меня с кожей? Ладно. А что она рукой делает? Что она в руке держит, что ли? Так пальцы расставлены странно, ладно. Поехали. Ну да, красиво тут. Ладно, поехали туда. Молодой, ладно. Ладно, едем, Жин. Тут заправка, если заедем. Так, какой у меня? Мы с Волокучей могу сделать там молотов, коктейль молотов 10 штук. Давай сделаем. Давай. Я хоть раз принял. Сейчас возьмем так 7 штук уже. Давай, принять. Все, давай. И опыт давай заодно. И молотов. Так, забирай. Пробуй еще. Все. Ладно. Поехали дальше. Отдал бутылки лишние. Получил молотов. Ну что ж, едем. Что я солка, конечно, какие луки сыские все. Что-то странно, что-то. Эта кожа очень странная, что-то. Понятно. Ладно, поехали, уже не было два каста. Ну что так кожа светится, отражается. Все нормально кожа, ничто, понятно. Так, хорошо, мы разгоняемся уже. Скорость была проезда. Мощь еще больше, двигатель становится так тихо. Тихо. Какие крутые повороты здесь надо делать. О, да, сейчас загорим. Я скоро попаду. Тихо. Сейчас как задеть воздух машина наша, вообще в них будет. О, блин, какие повороты, поехали бешено. Вот как это делается. Тихо. А, блин, поворачивай его, блин, все. Вот это странное звучит, он выкует там что и он еще делает. Странно. Так, все, мы почти доехали, Джин. Нормально все. Блин, что не скушать? Да я заезжаю уже, блин. Ты что, застрял что ли уже? Он застрял что ли? Все, выходить можно. Выходим. Пляж вот трендой я такие каскам. Вот вещи. Бронированные весь. Краючки на этих ставок расставлены у нас тут. Супер мега машина. Почему же тут сзади посидеть можно? Ну, когда колб. Мосина, мы как дела? Я думал, все потеряно. От голода народ начал сходить с ума.
Уже стали поговаривать о том, чтобы есть трупы. Но ведь тогда мы все превратимся в этих тварей, верно? Того, что вы привезли... Того, что вы привезли, нам хватит еще на пару недель. Жаль, что не все дотянули. Но вы, наверное, хотите узнать, нашелся ли тот парень с радио? Конечно. Увы, порадовать ничем не могу. Я уже говорил вам, что нашей рации не хватает мощности. Доминик с ребятами пошли в отель, чтобы попробовать тамошний передатчик. От них не было никаких вестей уже двое суток. Вы наша последняя надежда. Вы должны найти Доминика. Надеюсь, что он еще жив, потому что кроме него антенну наладить никто не сможет. Ну что, поищем его. Так что в магазине есть, посмотрим. Так, здоров. Это болезнь из космоса. Да, из космоса, поясни. Как всегда одно и то же комбинация. И наверх. Ничего уже обычно-то нет в магазине. Ладно, что ж, прошил уже. Ладно, я прошу. Так сейчас как по форме куча денег в отеле. Вторая куча снаружи. Ящик указывает, рюкзаков. Так, ящик открывается уже. О, открывается. Исключительное оружие появилось. Вот это мы повезло. Возьмем, давайте-ка он. О, уже у меня всего три оружия исключительного найдено. Так, первое вроде там что-то было. Первое это я забыл, что там было. Первое вроде какой-то там, какая-то палка была. Да и там молоток, по-моему. А нормально будет. Давай, добери уже. Может, колонн улучшить? Хотя, большой колонн получше будет. 100 000 рунд. И ломается медленно колонн больше. Прочность 55 сразу. Вот того, сколько прочность. 64. Интересно. Да, я не знаю. Пока я в свой оставлю колонн. Я тут поддам, наверное, обычно. А, мы еще психи появились. Где ты? А вот где? В кустах прятался. Гад. Кукой. Слишком быстро ломается там. Ну, это так себе, вот что она носит дубинка, не знаю почему. Ненормально его. А, не конца усилил еще. Так это там самоубийца ходит. Давайте пока это возьмем, топор любимый случай. Так, самоубийца это где? А, вот ты где. Вот так. Так, топорчик возьмем случай. О, вот получше вынуло гораздо. И ломается я тоже. Довольно долго. Прочность одинаковая совсем. Откроем-ка эту штуку. Вот это классное оружие. Так, эти ящики осмотрим всем, кто время открывает раньше, я сам тоже открыт будет. Или вверх. Нормально крохте, или вверх нашел. Та играть готова уже у нас. Да возьми деньги, Логан. Так, я деньги на фармицу выключу. Так, хорошо. Привет. Так, вот я магия. Нафиг. А, вот так. Так, отлично. Ну, давай. Не беру так вот так. Вот чаровусь. А, там еще один самоубийца, тихо. Кто-то так постояли у них. Вон нормально на усики стоит.
Стоять. Стоять, бомжар. Надо, надо. Вот так, вот так, так. Все. Нормально. 10 минут уже, и где он? Сто четыре и восемь, отвечайте, говорит отель. Может, попробуем снова через час? Через час? 104,8, вы здесь? Вы нас слышите? Говорит 104,8. Да, да. Ну тогда держитесь 104,8, потому что мы идем за вами. Если предложение еще в силе, конечно. Конечно. Я вызову вертолет и нас эвакуируют на ближайший авианосец. Но сперва вам нужно попасть сюда. Колеса у нас есть, бензин тоже, доберемся. На колесах не получится. Почему это? Где вы, черт возьми? Океан видите? Остров на горизонте. Если бы у вас был мощный бинокль, вы бы увидели, как я машу рукой. Но там же тюрьма. Вы вообще кто? Узник? Признавайтесь. Меня зовут Райдер Уайт. Я полковник СООП. Силы обороны острова Баной. Я отправился в тюрьму за своей женой. Доктором Эмили Уайт. Мы можем поговорить с ней? Что-что? Повторите. Мы хотим с ней поговорить. Я же сказал, она в беде. Ее покусали зараженные, она пыталась им помочь. Вылечить их. Я это все только от нее знаю. Послушайте, вы хотите разжалобить нас. Говорите про жену, а потом обещаете помочь выбраться. При этом вы в тюрьме. Естественно, у нас есть подозрения. Ну а как, по-вашему, я нашел вас в отеле? Я полковник СООП, а не бандит в клетке. А почему вы не вызовете своих? Не свяжетесь с флотом? Слышите, какой плохой прием? Надвигается муссон. Флот в 80 милях от берега, в центре шторма. Спутник не пашет, мы отрезаны. Есть еще вопросы? Он говорит правду. А ты-то откуда знаешь? Она не просто девушка с ресепшена, так? Времени мало, так вы выдвигаетесь. Думаю, у нас нет выбора. Но сначала нам придется найти лодку. Нет смысла, это Баной. Тюрьма окружена минным заграждением. Вам нужен проводник через бункеры внутрь Домингенды и найти контрабандиста по имени Моуэн. Он знает дорогу. Бункеры? Японские бункеры, оставшиеся с войны. Они почти все уничтожены, так что вы без проблем пройдете. Они ведут вглубь. Ладно, Уайт, мы поверим вам на слово. Но если это подстава, я лично вам башку прострелю. Ну, да. Доверьтесь мне. Теперь только мы и... Мы на связи. Да уж. Ладно, друзья. Сейчас буду пока... Не понял. А, я же взорвался в Ломбис. Что они до сих пор стоят там? Не понял. Вы шутите? Трупы сами ходят. Даже трупы. Как? Как трупы ходят, смотрите, даже трупы. Тебе бабка не мешает. Пошла отсюда. Да ему Блин, смотрите, как так? Назвал самоубийцу, должен труп бежать, он ходит почему-то. Не понял. Что за ерунда тут творится? Ты же помер, как ты ходишь? Как ты ходишь? Что за ерунда тут творится вообще? Что за баги такие? Как это понимать? Ладно, друзья. Сейчас буду вспомнить деньги. Тут все эти ящики открывать, шкафы. Вот я видео вперед перемотаю, чтобы он не было скучным. И кучу такую бешеную музыку. Поехали. We'll be right back.
Ну все, дошел. Все, поправил целую кучу денег, на кучу. Все. 57 тысяч у меня долларов. Это вообще бешеные деньги. Так, где магазин сходим, тут продадим весь хлам, который таскай. Так, колонну продадим. Кукой, дубином, тантом и наверх. Так, купить можно, конечно, таптички. Ну, целые заемы-то. Тело денег своего, куча можно покупать, там, сколько захочу. Так, давайте что им. Пусть у меня будет 100 заемов, давайте. Целый запас будет на очень долгое время. Так, что, наверное, купить свой таптичек, хотя это аптечек мне и так хватает. Ну да, хватает и так аптечек. Так, нам будет еще какой-нибудь оружие там усилить, пока деньги есть. То есть его убьют очень жалко будет. Хотя меня вряд ли убьют. Там очень трудно убить. Ладно, пусть так пока будет. Так, здесь все усилим, все, что можно туда максимум. Все оружие, хотя... Нет, думаю, на табрайке автоматы не стоит пока, слишком дорого. Улучшение стоит для них. Не можно гордости уйти. Уже гордости. Давайте этот лучше. Так, молотов. Давайте бомбы из баллона сделаем. Такая бомба у меня уже. Офигеть. Сколько у меня уже всего. Неплохо. Запас сделав. Командный запас просто. Гигантский запас. Если вам в джунгли, то быстрее всего туда можно попасть через туннель. Я слышал всякое. Должен сказать, что самое опасное животное там — человек. Я не имею в виду мертвецов. Там уже давно всякое дерьмо творится, задолго до этой сраной эпидемии. И постоянно фигурируют два имени — Афран и Матутеро. По слухам, хладнокровные убийцы. Так что, если вы идете туда, глядите в оба. Если вы хотите попасть в эти бункеры, то придется чем-то подорвать бронированные двери. Давай посмотрим, что у меня есть. Может, я смогу сделать что-нибудь из Семтекса, который вам удалось найти у разбившегося вертолета. Интересно, зачем они вообще в воздух с этим дерьмом поднялись? Я должен сделать фитиль. Приходи через некоторое время. Я дам тебе кое-что реально полезное. Так, хорошо. Ну вот. Только смотри, жопу себе не подорви. И не забудь найти себе проводника. На этом острове легко заплутать. Ты так знаешь, куда идти. Так. Ну что ж. Ну, здесь сейчас попью много эти водички. То заявок это вас совсем мало. Очень мало. Ладно, всем просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Даже не увидите в следующем выпуске. Всем новых встреч. Удачи!